Хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал. Это чтобы я не потерял вас, а вы меня. Сканируйте QR-код, ну и есть ссылочка в описании. Купите. Всем привет, с вами я, меня зовут Жайк, и как всегда в этом видосике я слеплю мои поющие монстры. Одного белого монстра, который стоит на аватарке вроде бы самой игры. Название его не помню, я его и не записывал, это я так специально захотел, не подготавливаться к этому. Ну вот, сразу делаю из фольги, типа, из фольги, как всегда, начинаю делать его форму. И сразу, не забывая, делаю ему рот, продавливаю, потому что он не будет у меня там плоским. Ну и вот, и давно мы с вами не виделись, то есть не слышались. Сами понимаете, почему я так сказал. Ну и вот, в начале видосика вы видели то, что у меня есть телеграм-канал. Хочу вас попросить, чтобы вы на него подписались чисто по нескольким вещам. Не из-за того, что потому что все так говорят, а по другим вещам. Смотрите, даже если YouTube в России закроют, то я не в России. Это во-первых. Но есть минус. С YouTube я никогда не уйду. Ну да, как я сказал, есть минусы, то что... Зато больше половины моих зрителей, то есть 70%, это россияне. И не хочется терять столько зрителей. Точнее, вас. Из-за этого подпишитесь, особенно если вы с России. Это обязательно. Ну и вот. Может быть, потом и на Роту пойдем и так далее. А может быть, и в Инстаграм, хотя уже есть у меня Инстаграм. Название есть в описании. Ну и вот, сегодня я решил слепить его, потому что я замечал то, что он самый, типа, главный персонаж. И наберет, наверное, много просмотров. Хотя было много комментариев. И я понимаю то, что в последнее время делать ролики только по вашим комментариям мне дается с трудностью. Из-за этого я хочу сейчас закончить лепить мои поющие монстры. Ну, как закончить? Вы еще много кого просили, там вроде 3 монстра остались, и 2 человека попросили еще слепить сам остров. Его я слеплю, я все это слеплю. Надеюсь, наберет где-то 1 000 000 просмотров. Будем надеяться. Ну и вот. Сейчас я леплю рот этому непонятному человеку. Хотя, мне кажется, это просто снежный человек. Ну и вот. И делаем десны, и продавливаем специальным стеком для того, чтобы туда потом вместить зубы. Да, почему у меня не было больше 10 дней? Это у меня не хватало времени. Да, или даже я откладывал на потом. Нет, в этом, на этой неделе, надеюсь, еще будет ролик, это я всегда говорю, хотя после этого всегда его не бывает. Ну, я постараюсь на этой неделе сделать второй ролик, наверное, где-то в воскресенье или в субботу. Ну, в Телеграме я напишу, когда выйдет следующий ролик, я там всегда пишу. И кто хочет узнать про мою жизнь больше, заходите в Телеграм. И если вы хотите на Ютубе тоже посмотреть мою биографию и так далее, все я покажу, расскажу и, может быть, себя покажу, не знаю. Напишите в комментариях, типа, покажи себя. Расскажи о себе, давай, как ты сказал, ну, типа такого. Сейчас у меня чуть-чуть с горлом такие чуть-чуть проблемочки, но ничего такого. Сейчас надо сделать, кстати, руки этому белому монстру. Что я хотел вообще сказать? Мы что-то отошли от темы. У меня половина первого видосика ушла просто. Да, я вчера снимал, сегодня... Послезавтра, я уже не знаю, какой это день, я его снимаю уже 3-й день. То есть монтирую сейчас 3-й день, а снимал 2 дня. И то, что я снимал в первый день, у меня это просто видео пропало. Я удивился, не знал, что делать. Искал его везде, ничего не получилось. Перезагрузил, и вот оно вышло. Так что повезло. Делаем руки, они должны плавно переходить в его тело. И вот здесь я даже переборщил, надо срезать этот моментик. И, кстати, я что понял. Я посмотрел на статистику нашего канала. В месяц мы набираем 204 подписчика. Это что-то с чем-то. Я так раньше мечтал в год набирать, а теперь в месяц. Я вообще удивлен. И в последнее время набираются очень большие, громадные, прям монстрские просмотры. Либо это всегда так будет, либо это из-за того, что я леплю My Singing Monster. Надеюсь, это по первой причине, потому что по второй причине я не собираюсь всегда лепить только их. У меня вообще канал не только по ним, а вообще по всему.
Но это не значит то, что я их забуду. Их тоже я буду лепить. С чего я вообще начал их так долго лепить? Прошлые видосики, то есть, не, старые, еще, наверное, год назад они начали сейчас набирать по 4000 просмотров. Хотя тогда они даже набрали максимум 200 где-то. И вот, я понял, что эта тема очень хорошая. Заснял видосик, все начали писать слепи того». И заснял второй, ну вот сейчас снимаю третий. Всего у меня видосиков 5 на канале по этой теме. Надеюсь, вам вообще видосик нравится, так что с каждого лайк, подписочка, это обязательно, пока канал растет. Все, надеюсь, больше так не буду пропадать на целую неделю и 3 дня. И вот здесь надо добавить волосики этому снежному монстру. Ну вот я его закончил, такой он получился. Я, конечно, чуть подзадумал и подумал, может быть, мне его лаком покрасить. Ну и в итоге я его не покрасил. Потому что потом появится очень много бликов. Ну и получился он очень круто. Надеюсь, с каждого лайк и подписочка. Всем удачи, счастливо, ну и всем пока-пока. Удачи, подписывайтесь. Ребят, а телеграм-канал этого парня есть в описании. Переходите. Ну и всем пока.